Предлагаем доходную часть бюджета внести следующие изменения. Произвести увеличение безвозмездных поступлений в размере 54 миллионов, из них на следующие мероприятия. Мероприятие по переселению граждан из аварийного дома по улице Арбузова 86, 35 миллионов рублей. На проведение отложно-аварийных восстановительных работ соматичного канализационного коллектора 13,2 миллиона рублей. На муниципальную программу развития системы образования и текущее содержание 5,8 миллиона рублей. Также предлагаем произвести увеличение доходной части на 50 тысяч рублей в части прочих безвозмездных поступлений от фонда «Соек региона» на благоустройство аллеи «Шахтерская слава». И также внести изменения в плановые показатели по доходам в соответствии с фактическими поступлениями. Всего доходная часть бюджета увеличится на 65,3 миллиона рублей и составит 1 миллиард 638 миллионов 286 тысяч рублей.